Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет. Сегодня получил по ссылочке. Значит, три аппаратика. Но сделаю обзор пока на вот этот Sony Ericsson Xperia Ray. Вот такая вот у нас коробочка. Так, телефон, значит, имеет одноядерный процессор. 1 ГГц тактовая частота. 3,5 дюйма. Че, подождите. Да, говорю, 3,2, кажется, или 3,5. Экран. Значит, там камера 8 мегапикселей. HD-съемку делает. Wi-Fi, длина какой-то, QuickTime. Ну, в общем-то, все. Это, собственно, сам аппаратик. Аппаратик, кстати, небольшой. Маленький, думаю, компактный, классный. Внешний вид очень, кстати, такой хороший. Он именно и берет тем, что небольшой размер. Очень хороший телефончик. Там, сейчас надо открыть и посмотреть, что там внутри. Так, внутри вот. Вот такой вот аппаратик у нас. Вот такой вот все. Угу. Слот под сим-карту обычную. MicroSD. Вот информация о телефоне Made in Malaysia. Так, вставляем сейчас батареечку. Так, вот так, теперь включаем его. Так, и теперь посмотрим содержимое коробки, что там у нас такого внутри лежит. Так, значит, здесь у нас, так, это наушники. Вот, макиевские 3,5 мм разъем. Здесь зарядка. Так, USB кабель, микро-USB. Диски есть. Так, и здесь у нас есть мануал. Вот такой вот. My first hole. Здесь вот такая вот штучка еще. Со штрих-кодом. Так, телефончик у нас сейчас должен вот-вот включиться. Еще раз посмотрим внешний вид. Так, лучше видно, наверное, вот так вот. Внешний вид телефона очень хороший, мне так кажется, для девушек очень хорошо подойдет, потому что он очень маленький. Хотя, в принципе, для мужчин тоже подойдет. Есть микрофон шумоподавления. Так, что там тут пищит, на батарейке даже. Вон тут еще кнопочка классная, оповещает, что у меня заряжена батарейка. Так, 5% заряда. Ну ладно. Так, здесь уже стоит русский язык. Так, на телефоне. Модель ST18. О, все. Так работает, в принципе, неплохо. На этом все. Всем спасибо. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.